Пук-пук-пук. Так. Здравствуйте, Павел Зуев. Здравствуйте. Здравствуйте, Аристарх. Здравствуйте, Павел. Конечно, прискорбно, что у тебя не будет вебки на стриме, потому что я такое сумасшедшее оформление приготовил, и мне кажется, что твое лицо вписывалось бы здесь весьма органично. Я смотрю, ты для меня прям расстарался. Ну да, тут... Я решил для каждого нового гостя, короче, оформлять так, но, увы. А будут неудобные вопросы по типу, почему Mass Effect Andromeda хорошая игра там? Не, ну это и так понятно, что Mass Effect Andromeda это хорошая игра, это спрашивать как бы не нужно. Это да, само собой понимаю. Вытекает. Понимаю. Так, ну... Ну что, давай там приветствие проводи, все дела. Ну да, ну представься, Паша, давай. Павел Зуев. Вы можете знать меня как одна из гнид с ДТФ. Пишу ролики для канала IGM. Все еще? Все еще, потому что деньги нужны. Бля. Да. А вот так-то, да. Ну это все. Кто-то знает, может быть, меня как Пувел Фуев. Там. Вот такие дела. Зиев Пувел. Не, ну я думаю, те, кто сидели на ДТФ, полюбасы натыкались хотя бы на одну из твоих статей. Вот у тебя по Берсерку очень сильно расхайпилось, я видел. Да, да. Ну там Миура просто умер, там... Было бы грустно, если бы не расхайпилось. Я сейчас из кружки кофе попил, посмотрел на гифку, которую поставил, что-то заржал. Да. Ну, в принципе, ну... гифка целиком отображает мой внешний вид. Поэтому... Да. Было бы грустно, если бы не умер. Ну ты что такое пишешь? Не, я пришел уже после Стаса Авицкого, я не знаю, кто это. Не, ты пришел до Стаса Авицкого, сука, почему до? Чата нету? Да, до. Ну, блин, я особо чатики не читаю, ДТФовские. Я чисто... Просто пишу и все. Ой, да Стась там он работал уборщиком. А, забей. Понятно. Тут как бы такое. Не, ну первое, что я хотел спросить как раз-таки, это про вот работу игражуром. Типа, ну как ты... Блин, сейчас выведу чатик. Как ты к этому пришел, типа, изначально? Как это работает, типа? Ну я слышал, что, ну... Не то, что слышал, вот я же нахожусь в комьюнити таком около игрожурском, вот в 2B, по крайней мере, находился, это вот просто, ну, скажем так, не совсем комфортабельные условия для работы, то есть постоянные дедлайны, что-то, переделки, выгорание, платят еще не так сильно, как хотелось бы, но это не только по твоим рецензиям. Ну, прикол в том, что у меня, наверное, уже с марта текстов на ДТФ не выходило, и не потому, что я ленивая гнида, а потому что, ну, сейчас не время для моих лонгридов, скажем так. У меня есть темы, которые я пишу, на которые я прорабатываю, но непонятно, когда они выйдут, потому что очередь как-то странно немножко работает, и у меня валяется, короче, полностью готовый текст про Бурзум и Варга Викерниса. Но он валяется готовым уже месяца два с половиной. И пока он не будет выпущен, я, наверное, не хочу ничего другого выпускать, потому что я над ним старался как гнида. А попал я в игражур через 2B, через великий, прекрасный, ужасный, в хорошем смысле, паблик To Be or Not To Be. Потому что что-то мне было нечего делать. В 2020 году я написал некому Никите Адамовичу, который тогда назывался по-другому, да. ВКонтакте. Я такой: «Слышь, хочу в паблике писать». Он такой: «Слышь, давай. Когда будет текст?» Я такой: «Ну, слышь, через 2 дня». Через 2 дня кидаю ему текст, он такой: «Охереть, ты первый, кто реально через 2 дня скинул текст». Ну, охереть.
Не, да. Ну, 2B, кстати, это такое неплохое переходное звено для игражуров. Это знаешь, как дизайнеры начинающие делают логотипы за 3 копейки, просто чтобы портфолио набить, и потом представляют это людям. Ну, я, короче, годик пописал, там, собрал портфолио из, там, что-то 15-20 больших текстов. И я потом просто... Кортес открывал свой паблик. Он пытался открыть свой паблик тоже с текстами. И я к нему в личку подолбился и такой: давай я у тебя буду писать в паблике. Он такой: слышь, чел, у тебя 20 текстов, давай на ДТФ. Я такой: ну давай. И вот так вот я попал на ДТФ. Можешь сказать, через постель Кортеза. Хуя, ну нормально. Нормально. Да. Блин, а слушай, ты вот одновременно работал на ДТФ, на ЕГМ, где еще? А, ну еще другая. Я работал в местном кинофонде, в моем городском. Ну, работал, громко сказано, я туда просто приходил 3 раза в неделю, и с 9 до 6 я сидел, квейк второй проходил там в одном кабинете с начальницей отдела. Ну, нормальная работенка. Потому что, ну, там ровно нехуй было делать. Вот, а потом я оттуда ушел, когда понял, что журналистикой нормально денег не заработать, чтобы нужно было нормально зарабатывать, и нужно было херачить как не в себя почти каждый день. И я ушел работать в магазин комиксов, и с тех пор я работаю на IGN, DTF и в магазине комиксов. Блин, ну как, тебе все устраивает прямо сейчас? В целом, да, потому что тексты — это такая хрень, то, что их кайфово писать только до того момента, пока ты не выгораешь. А я из-за огромного темпа, потому что реально было очень много постоянно, каждый день писать. Я выгорел за год. Все мои друзья, все, кто меня знал, говорили, что я какой-то гнидой стал, что на меня это плохо влияет, и я ушел, собственно. Меньше стал гораздо внимания уделять журналистике, ну и жить стало проще. Ну, это, конечно, заслуживает похвалы. Я вот какое-то время удивлялся твоей продуктивности, если честно. Ты прямо, ну, так сходу посмотришь и херачишь прям не в себя. Но, конечно, это креативная работа. Вот как раз-таки к выгоранию очень быстро приводит. Я вот, не знаю, я отдаленно могу ее сравнить. Вот я когда-то паблик вел с приколами чисто оригинальными. Это ж тоже надо вот, ну, что-то придумывать, что-то херачить постоянно свое. И в какой-то момент ты понимаешь, что что-то из тебя уже, не лезет по-нормальному. Что-то и людям не нравится, как-то и тебя уже это не устраивает. И хочется на что-то другое переключиться. Я в один момент прям мне ChemDe написал то, что у меня как-то прыгает качество текстов. То у меня прям супер заебись, то... То буквально типа суши весла, типа это вообще просто легче взять текст и отменить, чем его переписать как-то. И в определенный момент плохого качества текстов стало гораздо больше. И я понял уже, да, что надо как-то это сокращаться. Ну да. Ну я считаю, что типа как бы за такой творческий креативный контент, вот, ну, превращать его в работу какую-то оплачиваемую, стабильную, это, ну, полная хуйня. Это должно литься зачастую от души, и только в таком случае можно продолжать это делать довольно-таки долго. Либо, я, кстати, это сразу оговорюсь, что я не имею никаких претензий ни к ДТФ, ни к IGM по заработной плате, потому что там как раз-таки гораздо все прям по рынку, в принципе, хорошо. Но у нас, к сожалению, не так сильно развит игражур, как за рубежом, и, естественно, зарплаты гораздо меньше, особенно когда ты просто фрилансер. И если ты хочешь прям, чтобы это было твоей работой, и чтобы при этом оно тебя не заебало, и чтобы ты при этом мог жить спокойно, не беспокоясь о деньгах. Это нужно, ну, гораздо больше, конечно, получать, но оговорюсь еще раз, что на ДТФ, что на IGM, особенно сейчас, это хорошие деньги. Ну... То есть никто никогда ни разу не обижал заработной платой. Ну, это хорошо. Ну, не, кстати, в пабликах вот за мемы в IGM тоже... Не-не, за в IGM вот у меня претензии были. А вот у меня друг работал параллельно вот в паблике постера мемов. У него 30к в месяц было. Просто по 2-3 поста наклепать и нормально. В IGM там обещали, короче... Вот когда я устраивался работать мемером, там обещали за комиксы стабильно 150 рублей.
за картинки там 50-100 в зависимости от заморочки. А по итогу, как пришло время выплаты, мне что-то, не знаю, за комикс заплатили то ли 97, за картинки 34, короче. Ну, как, там как-то скакало, пиздец, вообще нестабильно, меня что-то не устроило. Ну, смотри, я перестал делать. Я знаю, что пабликам и YouTube-каналам рулят разные редакции, скажем так, поэтому про паблик я конкретно нихера не знаю. Никакой внутренней кухни абсолютно. Но за YouTube-канал могу сказать, что там реально, там классные ребята работают. Прям вообще а без претензий. А там же какой-то скандальчик был недавно с YouTube-каналом, что кто-то у кого-то спиздил и это вскрылось. Это скорее проблема конкретно авторов, фрилансеров, которые пишут тексты, да? Потому что, ну, что скрывать, бывает такое, что кто-то написал ролик, а потом оказывается, что почти весь этот ролик или половина этого ролика сценарий чел просто спиздил. Кстати, на стоп-гейме такое было с неким темой. Да, да. На стоп-гейме такое было, на DTF такое было, на IGN такое было. Да за рубежом тоже такое было. Это все качество текста и его оригинальность, это всегда на совести автора текста в первую очередь. Потому что редактор, хоть он и есть, но учитывая, какая загруженность у редакторов, ну, банально, ты не можешь уследить за всем сразу. Блин, ну редакторская работа — это вообще ад полный. Я думал, что работа автора — это тотальный ад. А вот наш общий знакомый, он порой такие истории рассказывает. Да-да-да. Конечно, так, редактура — это еще более сложная херь. Это... Да, там порой приходится вообще напрочь тексты переписывать, потому что автор полный наворотил. Так что, ребята, если вы видите... Привет, Станислав Круглов, привет. Да. Так что, ребята, если вы видите... Без негатива, Сас, без негатива. Ну, конечно. Ну, без негатива, конечно же. Мы позитивные ребята. Так что, ребята, если вы видите какой-то хороший текст на условном, ну, ТВГ или любом другом таком профильном игрожуре, скажем так, то это наверняка успех редактора. Конечно, бывают хорошие авторы. По крайней мере, давай скажем так, не будем умалять заслуг автора, да, это да, просто, да. Я бы сказал, что это равнозначно, это равный успех что редактора, что автора. Не, ну вот есть хороший автор, Сергей Часки, вот прямо потрясающий был в 2B. Не, ну Сергей гений, ты это как бы, это крайность. Да, это гений. А есть кто-то, блядь, ну я не хочу name дропить. Короче, там, ну, из истории есть один челик, у которого прям, ну, зачастую почти полностью приходится переписывать текста, и он при этом получает стабильную выплату, его типа не кикают, и нормально, вот я это понимаю. Ну, это уже на совести редакции ТВГ. Ну, да. Ладно, не будем в это вдаваться. Вот вопрос в чате, а можно базовый вопрос, чтобы понимать, с кем мы имеем дело? Топ-5 игр и аниме. Давайте, Павел. Блин, чуваки, я не смотрю аниме, я читаю мангу, это раз. Да, ну топ-5 манги. Да. Блин, ну, топ-5 игр на самом деле сложно. Я, короче, давай так, я не буду прям места выдавать, я просто скажу 5 названий вне контекста, просто то, что все эти 5 игр я готов в любой момент установить, перепройти, так, ну, да. Ну, Mass Effect, Mass Effect 2, Mass Effect 3, Mass Effect Andromeda. Не, ну, Mass Effect 3, давай вот просто трилогию Mass Effect отдельным этим, как одно место пусть займет. Ладно, а то читерство будет. Вот. Andromeda все-таки нет, это не моя любимая игра. Вот оригинальная трилогия, да. А потом, из последнего, наверное, Disco Elysium. О. Мне очень прям очень зашел. Супер. А, на третье место я бы поставил. Ну, не в порядке просто. Pyre от Supergiant Games. Mm-hmm. Просто восхитительнейшая штука. Обожаю ее. И мне очень обидно, что о ней мало кто знает. А, еще, чтобы не повторяться, из новинок Solar Ash. От студии от чувака, которые делали Hyper Light Drifter. Потому что Solar Ash тоже я прошел в прошлом году. Я считаю, это лучшая игра прошлого года. И ее погубило то, что она вышла в EGS, и о ней никто не знает. Ну, Галян, ты сука. И что бы еще-то поставить? Та-та-та-та. А давай, короче, чтобы пуканы у всех взорвались, The Last of Us Part 2. О-о-о! Вот это журналист ДТФ, вот это я узнаю его. Да, да, ожидаемо, но как мы считаем, справедливо.
Не, ну у тебя список такой, ну нормальный, кстати. Ну я не понял, правда, где игры Ubisoft, в нем хоть одна, но хорошо. Ну, я могу тебе назвать одну игру Ubisoft, которая мне понравилась, но которую я не буду проходить никогда в своей жизни. Это Assassin's Creed Valhalla. Я ее прошел там 25 часов, потом игра полностью нахер удалила мои сохранения даже из облака. Да-да, ты, блин, показывал эту историю. Поэтому игра мне понравилась, но проходить заново не буду. Тебе вот повезло, возможно, потому что Blacks говорит, что игра становится душным дерьмом где-то на 33-м часу. Возможно, ты застал Вальгалу в ее лучшем виде. В ее лучшем, в рассвете сил, да. Так, ну а про мангу. Город, в котором пропал лишь я. На русском она называется «Город, в котором меня нет», вроде бы. Вот. Потом Дорохедоро, Ван Пис, Фрезия и, пожалуй, Акира. Акира, да. Пиздец, Павел. Вы самый ненормисный чел на моем канале. Да ну, я бы хотел лучше быть нормисом. Ну да, так бы. Было легче жить, на самом деле. Не называли бы душнилу. Ну, по крайней мере, я тут сижу, подтягиваю подик, поэтому. О, нормально, бля. А у меня нет подика. У тебя есть сиги, я знаю, они у тебя есть. Ну да, не, ну они в шкафу лежат. Две Lucky Strike осталось. Ну вот, одну под конец давай раскупоришь. Да у меня, не, у меня комната такая не позволяет. У меня же, короче, окно, оно выходит не на улицу, там это, там еще балкон есть. Короче, и этот балкон, он выходит еще в этот главный зал. Короче, там, ну, там завоняет капитально. Я вот тут вижу, тут человек просит убрать с заднего плана Mass Effect Andromeda. Не, никогда. Это игра в нашем никогда. Сердце. Не, ты что? Да, да. Ну, я ее, конечно, не проходил, но... Об Андромеде попозже. Да, вот Блэкс как раз-таки прошел Андромеду вчера. 3 из 10 поставил. Ну? Говорит, пиздец какой-то. Ну, ладно. Я не буду осуждать его мнение. Да ладно, можно осудить. Это ж Юра. Я его не знаю, поэтому не буду. Никто не знает. Есть же мем, это кто? В принципе, нормально. Так что, давай, что там дальше у тебя по списку? Бля, у меня был список, а чё я хотел у тебя спросить? Ну, под конец можно было бы Mass Effect 3 обсудить, вот эта тема. Ну, это под конец, давай на сладкое ставим. Вот, Павел Зуев, вот вы, как человек, который работает в сфере игр, можете поделиться вашим восприятием вот этих вот самых игр? Типа вот, когда вы вот играете в игру, вот что вам важно, что вы требуете от игры? Это для вас простое развлекалово или что-то более глубокое? Потому что вот я этим вопросом задаюсь часто нынче в наше время, размышляю. И как по мне, нету такой, знаешь ли, единой точки зрения на то, чем являются видеоигры. Это для каждого индивидуально, у каждого свои требования. Вот, и мне, знаешь, вот интересно твои узнать. К играм я отношусь так же, как к фильмам, книгам и прочее. То есть для меня это в первую очередь продукт, от которого я могу кайфануть. Угу. Да? А уж как я могу от него кайфануть? То есть, допустим, как от Doom Eternal, от того, что там просто охерительнейшая боевка, и ты прям проносишься по уровню, разнося всех налево и направо. То есть кайфуя чисто от геймплея, либо это как с той же Disco Elysium, когда ты кайфуешь исключительно от нарратива, диалогов и сюжета. И когда я запускаю какую-нибудь игру, я не жду от нее сразу, что она будет хороша в чем-то. Я по первому часу, полутора, я пытаюсь для себя понять, чем она берет меня. Если она берет геймплеем, отлично, если он прям мне супер нравится, я тогда на сюжет такой, ну пофиг, ладно, на фоне пусть там будет, а я от геймплея кайфану. А если игра начинает брать меня именно сюжетно, то я могу даже хреновый геймплей перетерпеть. Mm-hmm.
То есть я сразу так не выбираю, я пытаюсь раскусить, чем игра конкретно для меня хороша, вот для меня. Ну, то есть ты даешь час-полтора игре шанса, типа, раскроет ли она себя, и если она вообще это, тебе не нравится... это условно час-полтора. Обычно это понятно вообще практически сразу. Ну, да. Я даже не помню, с чем у меня такое было недавно. Вот бывало такое, что вот я садился играть, и я часов 10 вообще не мог понять, чем эта игра, почему я к ней вообще возвращаюсь. Это вот как раз Assassin's Creed Valhalla. Я потому что я ее запускал, и такой, в чем прикол, почему я продолжаю в это играть? Что ж, и знаешь, в чем прикол оказался? В чем? И весь прикол оказался в том, что там просто очень красивый открытый мир и неинтересный именно красивый. И то, что там побочные квесты вообще никак не отмечаются. Нужно хоть немного башкой думать, чтобы допетрить, куда идти и что делать. Вот это, кстати, те аспекты, которые я хвалил как раз. Ну, Паша, есть из той же серии еще одна игра про Древнюю Грецию с глубокой драматической составляющей и довольно-таки разумными комедийными вставками. Можешь ознакомиться в один из моментов своей жизни. Как называется? Я думаю, ты знаешь, как она называется. Ну, давай, скажи, я хочу, чтобы ты сказал. Я не хочу произносить это на стриме. Ну, да давай. Да иди... Ну, Павел, ну... Мне больно. Мне больно, больно это произносить вслух. Понимаешь? Ну, у вас же гости. Ну, знаешь, такая игра, вот Марио, и там еще есть такая вот приставка одна, типа, ну, на Switch'е. Да, Odyssey. Вот, а я ее прошел, она мне понравилась. Да, вот это одно слово. Давай собирать мозаику. Вот знаешь, есть такие люди, которые вот, ну, людей убивают. Типа Hitman, но не Hitman, профессия такая. На букву А. И там Origins еще в приставке, да? Че нахуй? В названии. Да там не Origins, там Odyssey, погоди, ты че? Так, я перепутал с Assassin's Creed Origins. Ё-моё, ну Павел, ну что? Ну блин, да, но я не буду в эти игры играть, ты уж прости. Неужели умный человек на этом стриме? Они просто, мне очень сильно остопиздил сеттинги Древней Греции и Древнего Египта. Я не хочу больше вообще никогда прикасаться ни к одной игре, где есть этот сеттинг, потому что лично меня он настолько достал. Я его терпеть не могу, я его ненавижу. А как себя остопиздил этот сеттинг? Что ты такое смотрел, играл, читал? Может, ты жил в Древней просто, Греции? Просто я очень не люблю... сеттинг Древней Греции, Древнего Египта, Древнего Рима, вот это вот всё, я это ненавижу, потому что на первом курсе своего журфака я читал всю древнегреческую литературу, самую знаменитую, и она такая скучная и невыносимая, и вот с тех пор я их терпеть не могу. Вот ты как раз хотел предположить, что это из-за учебы произошло. Да. Что ж, Паша, PC, ой, PlayStation или Xbox, или ПК, вот такой вопрос в чате, довольно-таки такой, знаешь, контровершен. Да, на самом деле вообще насрать. Я и на том, и на том, и на том могу поиграть, если... Где мне игра доступна, там я и поиграю. Жесть, ну это правильно. Вот человек, который сидит вот здесь, это ты, ну вот он думает так же, точно. Только у Xbox-то персиками немного тянет от геймпада, поэтому ну, мерзотненько играть, но так-то нормально в целом. Ну и... Да. Плевать вообще, где в игры играть. Плевать абсолютно. Ну, это правда. Главное, что можно поиграть. Но я, конечно, предпочту ПК, потому что 60 FPS, увы. Ну, это, знаешь, на 60 FPS мне тоже плевать. Я большую часть жизни играл в 720p 30 FPS, и у меня не вытекают глазки, если я играю в 30 кадрах в секунду. Мне плевать. Ой, Павел, а я как только компикс собрал, я просто нырнул в мир современных игр на максималках 144 FPS, и мне так больно было на плойке. Потом, но я все же приспособился и смог допройти The Old Hunters в Bloodborne. Как скрипя зубами. Ну да.
Видишь, ты же все-таки смог приспособиться, значит, это работает. Не, ну у меня поначалу вообще был, типа, тотальный физический дискомфорт. Это, знаешь, это не просто, типа, на каком-то... Ну, какая-то шиза, дело привычки. Просто смотришь на экран и такой, что-то неприятно. У меня реально физическая боль была, мне неприятно было на это смотреть вообще. Возможно, это из-за такого состояния какого-то, но хер знает. Ну, FPS на это явно повлияли. Но у меня такого, в принципе, никогда не было, поэтому я не могу тебя понять в этом случае. Что ж, ну это хорошо, что у тебя такого никогда не было. И плохо, что у тебя никогда не было прохождения киберпанка с лучами на максималках. У меня на RTX мне тоже вообще насрать. Я бы хотел, но мне насрать. Ну, не, ну я вот купил, я вот поначалу, типа, вау, лучики прикольно, но потом что-то я осознал, что как-то, не знаю, моментами без RTX лучше, где-то RTX реализован как-то не очень. И вот Киберпанк это буквально единственная игра, где RTX прямо разыгрывается, хотя... Не, ну да, единственная, из которых я играл, что-то да. Ну ладно. Вот вопрос в чате. Когда-нибудь. Вопрос в чате. Как на твой взгляд должен выглядеть идеальный обзор игры? Да, такой обзор, от которого что автор, что читатель кайфанут, когда прочитают. Ну, то есть нужно сравнить игру с Mass Effect 2? Ну, в идеале. Я кстати, ну, теперь... Ну, просто я считаю, что если обзор хорошо читается, если он интересен и держит до конца, это уже идеальный обзор. Ну, не, я считаю, что, типа, в обзорах должна быть индивидуальность автора, а не просто такое монотонное зачитывание пунктиков всяких. Ну, монотонное зачитывание пунктиков ты до конца и не будешь читать. Ну да, просто должно быть что-то у автора. Вот ты читаешь обзор, и в авторе есть, в обзоре есть частичка автора. Ты можешь примерно сложить, вот что может понравиться автору. Потому что вот... Вот вопрос, кстати, который вытекает из этого. А что есть, вот объективность, существует ли она вообще вот в игровом журнализме? А, ты забываешь оплот объективности всего русскоговорящего игрожура на YouTube под названием AXBT? Ну это база, кстати. Я считаю, пока эти ребята есть, объективность существует. Ну, ответ весьма исчерпывающий, да. Да, ну а если без шуток, это слишком сложный вопрос, на который я так и не нашел точного ответа. Ну, как по мне, точного ответа на этот вопрос просто так и нет. Его не существует, да. Вот если тебе игра понравилась... Вот как раз таки я говорил раньше, что у разных людей, типа, разные требования от игр, и каждый формирует свое. И, ну, как, да. Ну, как при таком раскладе может существовать какая-то объективность в игровом журнализме? Кому-то может понравиться сюжет, не понравится геймплей. Даже если ты суперопытный журналист, не первый год пишешь рецензии, обзоры и прочее, если тебе что-то супер сильно понравилось или супер сильно не понравилось, ты все равно будешь необъективен, потому что ты будешь стараться выделить именно конкретно те моменты, от которых ты был в восторге. Mm-hmm. А вот когда тебе игра средненькая, ни рыба, ни мясо, вот там ты, скорее всего, равнозначно будешь уделять внимание, что плохому, что хорошему. Что? И постараешься быть гораздо более объективным. Ну, ты согласен, что видеоигры — это самое сложное из всех искусств? Да. О, нормально. Так, вопрос. Топ-5 ваших любимых статей, Павел, которые приятно перечитать и прям греют вам душу. Моих статей или чужих? Ваших. А, ваших моих. Любимых. Блин, чужих, наверное, боже. Ну, типа, чужих? Твоих, ну, любимых. Давай про чужих. Но если у тебя твои любимые, то можешь их перечислить. У меня есть ровно... Ну, это ладно. Если такой вопрос будет, потом скажу. Но это не мои любимые, а теми, которые я прям горжусь, что я написал. Но сейчас дайте мне открыть свои закладки на DTF. Закладки? А вы, вижу, питерские мужчина. Да. Так, есть... Блин...
Я на самом деле статьи-то особо не перечитываю. Сейчас постараюсь выделить. Тоже не то. Если без шуток, одна из этих статей написана бывшим участником 2Б Артемом Чуйкиным про чувака, который делает... про Яндере Дева, короче. А, про Яндере Дева. Ну да, это там интересная история. Это прям шикарный текст, который я реально периодически перечитываю, чтобы еще раз охренеть вообще с творящейся вакханалии. Потом. Еще следующий, это, наверное, будет история о том, вот, ДТФ, статья за авторством Артема Калеева, называется «Как 14 тысяч игроков в Elite Dangerous отправились на край космоса». То есть это... История о том, как чел просто вместе с кучей других игроков скооперировались и начали изучать глубины космоса в Elite Dangerous. То есть от этой статьи веет каким-то прям очарованием космическим, особенно благодаря скриншотам. Что, жду такую же статью по Старфилду. Да, все ждем. Потом мне очень нравится статья под названием... Вселенная Гандам. С чего стоит начать просмотр культовой франшизы Семена Костина? Потому что я очень хочу наконец-то начать смотреть Гандам и мангу, потому что читать нереально, невозможно. И вот это вот самый исчерпывающий, скажем так, гайд, как вообще начать смотреть Гандам. Ну то есть ты анимешник все-таки. Ну, иногда приходится смотреть аниме. Я ничего не имею против аниме. Просто я предпочитаю читать мангу, потому что это быстрее. Ну, Лок — твое любимое аниме. Вот, да? Да, Легенда Героев Галактики — это именно мое любимое аниме. О, второй человек, кстати, на стриме, на подкасте, у которого это любимое аниме. Это прям лучшее, что я когда-либо смотрел в плане аниме. Неужели придется смотреть? Потом, следующая статья называется... Аполлон 13. Потерянная волна от Артема Сидорова на ДТФ. Он рассказывает о космической программе США и о полете Аполлон 13, который оказался одной из сложнейших спасательных операций в истории человечества. Там астронавтов пришлось как-то возвращать из космоса на Землю. При этом у них не было контроля над управлением своего корабля. Очень крутой лонг. И очень крутая история. Особенно она подкупает то, что она полностью реальна. И последнее, что я назову, пожалуй, это я не назову. Чё там, перезаливы статьи с 2Б? Да, да. Ой. И я назову... А все, больше ничего не назову. Все, четырех всего сходит. Ну все, четыре всего. Ну да. Вот спросили, а из своих вот конкретно твоих, чем гордишься? Очень горжусь текстом про Берсерка. Но не тот, который я пересказываю сюжет, тот, который как Берсерк повлиял на массовую культуру. Ну это мощный очень текст, прям мощный. Очень горжусь текстом про You Are Empty, про историю разработки, почему игра не взлетела, потому что я вживую пообщался со сценаристом игры. Он согласился со мной поболтать. В Дискорде с ним созвонились, обсудили. Очень-очень приятный, прекрасный человек. Горжусь гостевым плейлистом от Марти О'Доннелла. Это вот просто, когда от нефиг делать написал Марти О'Доннеллу и такой, я вот пук-пук-пук, журналист сайта ДТФ русского, пожалуйста, скажите 5 ваших любимых песен. И он ответил. Это реально было охренительно. Блин, ну кстати, этот же, блядь, Disgusting Man, Пётр Сальников, он же примерно так вроде и закорешился с Калантонио Рафаэлем.
То есть просто они начали, ну, переписываться, не знаю, в личке Фейсбука как-то так. И по итогу сейчас ведут подкаст свой вместе. The House of the Dell. Смотрел, кстати? Не, я не смотрел их подкасты. Не. Потому что... Не. И еще, наверное, моя любимая... Еще одна моя любимая моя статья — это история одной уникальной игры, никем не услышанное эхо. Собственно, про игру эхо. Это вообще второй мой текст для ДТФ. И я очень горжусь тем, что я его написал, о том, что благодаря мне об этой игре узнал больше людей. Ну, это потрясающе. Блин, я вот так кайфую, когда вот я играю во что-то, люди заходят, видят, как я кайфую, как прикольно, и тоже хотят в это поиграть. Вот у меня... Вот я так Хала продвинул немножечко в массы. Вот несколько людей затащил эту пучину. Блин, а ты же, не знаю, ты был на моих стримах, когда я Хала первую на легендарке проходил? Да, был, да. Я просто уже не помню. Блин, вот это было реально круто. А потом я попытался проходить на стриме Хала 2 на легендарке, я не смог пройти дальше второй комнаты, и я решил отложить на потом. Ну там, да. Конечно, пиздец, порой бывают сложности. Такие легендарные, скажем так. Да, это пиздец. Вот я недавно на стримах как раз-таки вспоминал игру The Fallen Order, где максимальная сложность вообще ужасно оптимизирована. И вот я не знаю, я порой не понимаю, почему такие сложности в играх вообще существуют. Вот у StubGame был материал по метро, по серии метро, где максимальная сложность — это, ну, по сути, правильный способ прохождения, окей, в кавычки. Да, я смотрел. Но в остальных играх, блин, это просто для галочки делается, ну нахера? Это же вообще душня полная. Просто циферки повышают врагам, понижают тебя, и какой-то кал выходит. Ну, Fallen Order, понимаешь, это тот момент, когда большая студия решила повторить успех Dark Souls в плане сложности. Именно в плане сложности. Mm-hmm. Но при этом сделать ее более юзер-френдли, как это называется. И в итоге получилось так, что самый крутой сложный режим оказался настолько сложным, что никто так и не понял, зачем. А средний и высокий уровень сложности оказались недостаточно сложными, чтобы привлечь аудиторию того же Dark Souls. Вот, да, не, я типа вот когда играю в подобные игры, ну в том же условном Elden Ring, типа, вот не помешало бы, знаешь, такая нормальная сложность, типа игра оптимизирована, заточена под нее. Вот это способ, который разработчики хотели, чтобы ты прошел. И более казуальный, типа для игроков, которым вообще это не надо, они просто хотят, не знаю, историю заэкспириенсить или по миру побегать, что-то подобное. Вот просто две ну, сложности, да. Остальное как, ну, нахер надо. Ну, вообще, я пришел недавно к такому выводу, что я бы делал, если бы я был разработчиком, я бы делал игры, в которых нельзя выбрать сложность. О, это сильно. Это типа, сильно. Я вот сделал игру и играй так, как я хочу, чтобы ты играл. Хуя честно. Не было потом... Чтоб не было потом вони о том, что вот, сложная сложность слишком сложная, легкая сложность слишком простая. Типа, вот я тебе дал, теперь иди, давай играй. Не, ну, Паш, на твои игры потом будут вонять, что они слишком сложные или слишком легкие. Это уже не мое дело. А я что-то их разработал, я их не считаю такими уж сложными. Это как Миядзаки говорит. Ну, нормально. Не, ну так и надо делать. Так что да, возможно, я гнида в этом плане. Да, блин, ну быть гнидой в разработке игр — это единственный способ остаться на плаву. Увы. Ну да, возможно. Вот Square Enix. Вот гниды полные, сука. Ну, скворечники уже давно с ума сошли, я вообще не знаю, что они творят. Да там, не знаю, там словно они барабан крутят с уебанскими решениями. И какое выпадет, такое они и сделают. Кстати, по поводу игровых конференций, они же недавно отгремели. Следил, Паша? Угу. Что ты думаешь насчет конференции Microsoft? Microsoft? Да. Ну, спасибо, что показали Scorn. Очень жду Scorn именно из-за визуала. Вообще, да знаешь, я сейчас уже плохо помню. Сейчас я открою. На...
что показали на конференции Microsoft. Та-та-та-та. О, Silksong. Наконец-то. Очень люблю Hollow Knight и очень ждал новостей о Silksong. И пока что то, что я вижу, мне очень нравится. Я вот одна из немногих игр, к которым я прям сейчас на хайпе, так сказать. Scorn, как я уже сказал. Чисто из-за визуала. Pentiment от Obsidian'ов выглядит очень интригующе. Obsidian'ы пока что с тех пор, как ушли в свободное плавание, меня ни разу не разочаровали. Даже с Pillars of Eternity 2, которая слабее первой, но она все равно мне понравилась. Даже так? Так, да. High on Life от создателя Рика и Морти, в принципе, выглядит прикольно. Но, скорее вот! Всего, это... Вот, а когда выглядит... я сказал, что она выглядит прикольно, надо мной все поржали и сказали, что выглядит как хуйня. Но она, скорее всего, будет выглядеть прикольно первые полтора часа, а потом шутки про пенисы заебут окончательно. Это как я смотрел Писмейкера, тоже такое же было, потом заебался. Да. И что еще-то там было такого интересного? Да все. Больше ничего интересного не было на Microsoft Bethesda. Ну да, вот в этом и проблема. Я вот когда посмотрел, я посидел, проанализировал и пришел к выводу, что вот конференция Microsoft, она хороша, но не для всех. Вот она хороша для фанатов, допустим, Hollow Knight условного, может быть, персоны тоже там анонсировали вот эти вот переиздания. Для фанатов, для чё там, для Forza, короче, для фанатов Xbox в целом. И ну, для да. людей, которые просто, ну, которым просто хочется в чё-то поиграть вот по геймпассу. А для остальных людей, которые со стороны смотрят, они такие, ой, инди-хуйня, ой, инди-хуйня, ой, эксклюзив Xbox, Forza, похуй. И ну и Starfield выглядит, бля, ну Starfield потешно как-то выглядит, к сожалению, это даже... Ты про No Man's Sky 2? Да, это к сожалению, даже вот я признаю, ты, наверное, знаешь, какой я фанат беседки, я... Так, просто вот... игра реально выглядит как рескин No Man's Sky. Ну там, она выглядит как, короче, рескин Fallout 4 в сеттинге No Man's Sky, вот в этом Ну сеттинге. Да, да, пожалуй, так правильнее будет, да. Типа, я уверен, что, типа, вот это будет играться прикольно, как минимум. Ну, то есть, я думаю, игра будет на уровне Bethesda. Но чё-то по впечатлению их реально, ну, как-то... Ой, у меня пенис мьюзик выключился, ты представляешь? Такое ощущение, словно их поторопили просто. Словно игра вообще не готова. Ну, как вообще не готова? Словно она не готова в должном состоянии. И просто это выкатили просто, чтобы, ну... выкатить, хуй знает. Слушай, The Outer Worlds. Да, The Outer Worlds. The Outer Worlds, да. Блять. Паша, неужели тебя задудосили? Алло, да. Я вернулся. Слушай, The Outer Worlds не Obsidian делали? Obsidian же. А, ну все, тогда Obsidian все-таки меня разочаровали на момент, потому что Outer Worlds невозможно душная, пресная и просто очень неинтересная игра. Бля, да, ну я пытался в нее нормально поиграть. Вот это тот самый случай, когда мне хватило только, ну, на минут 15 просто. Да, то же самое. Я, грубо говоря, дошел до... вот этого вот корабля, который тебе дают. И я дошел до корабля, и такой... все, в пизду, блядь. Не, ну я, кстати, я не закрыл, я начал всех убивать. Благо, игра позволяет убить вообще всех нахер, и у нее есть такой сценарий, там свои шутейки имеются. Игра воспринимает тебя как психопата конченого, это прикольно. Но игра, конечно, бля, мне... Ну, этого вторая часть выходит, к слову. Не знаю, возможно, она лучше будет. Я когда увидел анонс второй части, я вообще не понял, типа, что? Она же не так хорошо продалась даже. Ну, хер знает, возможно, им заняться нечем. Просто сидят ребята. Или такой приходит с чемоданом, вываливает на стол. Так, ребята, похуй, делайте...
бля, вообще похуй, делайте что-то для геймпасса. Вот ты, идите делать инди-выживач, вы остаетесь, делаете какую-то RPG-шку, насрать. Вот у вас есть уже Outer Worlds, похуй, делайте сиквел. Уже как бы IP-шка сформировавшаяся. А вы там, ну не знаю, напишите что-то там на Pentiment квест какой-то, и ну вот так вот. Ну, возможно, есть еще в подсобке где-то ребята, которые пилят New Vegas 2 или ремастер. А, нет, там была новость, что Obsidian не будет заниматься New Vegas 2, потому что они слишком заняты. Ну, Fallout, условно, New Vegas 2. Ну, просто Outer Worlds, это, мне кажется, то, что случается, когда ты думаешь, что ты сможешь повторить свой прошлый успех. А в итоге оказывается, что да, ты обосрался. И все это видят. Но кому-то твое говно понравилось. Кому-то понравилось. Есть свои фанаты. Ну, знаешь, у многих игр есть свои фанаты. Например, у Ведьмака 3. Но Ведьмак 3 хорошая игра. Ну да. И так что, и... на этом стрим заканчивается, да? Да не, я ж переобулся сам, Паша. Ты что, я ж переобулся. Я же переобулся. Кстати, да, у Far Cry 6 удивительно, но есть свои фанаты. Ко мне, я вот стримил Far Cry 6, ко мне заходил челик в чат и говорил, как он любит эту игру. Я такой, ну смотрю на это сообщение, вот ну хочется послать тут нахуй человека. Ну это иностранец был, ну что-то ладно. Я не такой токсичный, но так вот что-то вот внутри жамкнуло, ну да. Увы, да, да ладно, господи, каждому может нравиться что угодно. Ну да, ну слушай, нравится может что угодно, главное просто данность отдавать, это как тавтология звучит. Да, отдавать себе отчет в том, да, что то, да. Что вот, что у этого продукта, который тебе нравится и который хейтят все остальные, его есть за что хейтить. Вот да. Кстати, это вот как... Что, кстати? Не, давай, продолжай, ну потом... Я хотел сказать, что это вот как с Mass Effect Andromeda. Ну, кстати, да. Вот у меня как с Киберпанком. Ну, ладно. Так. Это, что хотел сказать. Вот, кстати, по поводу Game Pass, вот так вот плавно перетечем. Вот Ninja Theory, это же ребята, которые сделали в свое время Heavenly Sword, которые сделали Reboot DMC, которые сделали Senua Sacrifice, Hellblade. После того, как их заимели Microsoft, они с нихуя выпускают Prison Edge. Это, ну, ты помнишь, что такое, блин, Edge, это PvP-шутанчик, кринжовенький. И вот я выдвигал такую теорию, не то, что выдвигал теорию, а складывается ощущение, словно, типа, их заставляют клепать какую-то хуйню такую для геймпасса. И вот иногда получается хорошо, как Obsidian с Grounded'ом, то есть Grounded реально, люди, которые играли, хвалят. Вот получается иногда Bleeding Edge, хотя говорят, что никто не прессует студию. Вот что ты по этому поводу думаешь? Я думаю, что я свечку не держал. Ну... Я тоже не держал, но мы можем. Но я думаю, что Microsoft не та студия, которая прям может поставить своей дочерней студии ультиматум такого рода. То, что вот, типа, ты бери и делай. Скорее всего... они, скорее всего, такое делали. Но я не думаю, что конкретно Bleeding Edge и Grounded — это тот случай. Скорее всего, у них просто были интересные питчинговые идеи, которые они предложили некоторым своим студиям, и студии, которым это было интересно, они согласились что-то разработать по этой идее. Ну, потому что все-таки всем студиям так или иначе, им же хочется пробовать себя в чем-то новом. Ну да. Другое дело, когда, блядь, мои Square Enix приходят с каким-то Eidos Montreal или говорят, ребята, делайте Marvel's Avengers, они такие, чё да, делать? Да. Чё, блядь, делать? Вы чё? Вы ебанулись? У нас тут уже сценарий для Deus Ex 3, блядь, как там, Jensen's Requiem лежит, готовый, а вы тут чё? Пожалуйста, продайте нас. Ну, продали, слава богу. Но... Ну, Square-шник это пиздец. Вот у них это реально... У них хорошая франшиза, но такие долбоёбы, просто кошмар. Это, не знаю, так обидно. Это вот что-то наравне Konami.
Вот да, боже, у них, блин, у Konami, Silent Hill, MGS. Чё они делают? Блять, они отдают ремейк Silent Hill, Bloober Team! Это не подтверждено. Нет, слушай, там уже там, ну, это официально не подтверждено, но там уже достаточно, как бы, такой хуйни, с которой можно картинку собрать. Там эти, Bloober Team, они своими действиями, ну, не то чтобы, ну, они, короче, их не опровергли. Они обычно опровергают, но это они не опровергли. Хуй знает, быть может, хайпятся, вот как Хасан, как романчик, не, ну, это другая история, но Хасану там... Слушай, Хасан, вот Хасан, да? Либо в момент, когда в главный офис Sony пришел Хасан, они все обнюхались кокаина, что я осуждаю, и им просто можно было впихнуть что угодно. Либо Хасан это реально не Хасан, а Кодзима, потому что я не знаю. Выделять такой кредит доверия, показывать игру на одной из своих главных презентаций, делать для игры отдельное приложение, продвигать Паша, его. Не, Паша, там разве на презентации показывали? Там же история была в чем? Хасан, короче, проплатил пост. Ну, он, ну типа, там посты продаются в этом PlayStation блоге. На презентации игра... А, ну подожди, да-да-да-да. Это, возможно, я перепутал, но... Опрувнуть отдельное приложение, тизер, PS Store... Ну, тут... Либо Хасан гений манипуляции, причем настолько гений, что даже такого мастодонта, как Sony, вокруг пальца обвел. Либо Хасан это реально Кодзима. Я других объяснений я найти не могу. Да нет, там, ну, нет, там же разоблачение от GameSpot недавно выходило. Что это, там он, короче, смотри, зачитаю строчку. Да, руководителя... да, что он в Сидж там играет. Да-да-да, руководитель студии Хасан и как Романа был эксклюзивный чат с верующими фанатами, где он иногда показывал скриншоты стены из игры и наработки сценария, но чаще просто да. звал играть в Rainbow Six Siege. Да-да, ну просто... Ладно, все, я говорю, Хасан гений. Ну, Хасан гений. Хасан реально гений. Ждем да. новую наебку от Хасана под другим именем. Ждем, когда в тизер приложении снова будет 3-секундный трейлер. Да. Блин, там же он еще одел, короче, главного героя, как Челика из Silent Hill 2, Джеймса Сандерлинга. Да. Просто манипулятор сумасшедший. Блин, а Никите поначалу его жалко было даже. Типа, анонсировал игру, все приплели ее к Silent Hill, типа, и сидит челик под давлением. А он вот ну, какой Хасанчик, он и всех обвел. Он сделал все, чтобы его приплели к Silent Hill. Ну да. Так что... А я не верил, кстати. Слушай, а я не верил. Я до сих пор не верю, на самом деле, на 100%, что Silent Hill существует. По крайней мере, вот те сливы по новому Silent Hill, это не Silent Hill, это, блядь, Life is Hill как-то, Life is Strange, блядь, не Silent Hill, что-то подобное, но это никак не Silent Hill. Вот почему-то западные разработчики, вот были уже примеры, когда им отдавали Silent Hill, они вообще не понимают, ну, сути игры, они пилят. Ну, Downpour не таким уж плохим получился. Не таким уж плохим получился, конечно же, но все еще, суть непонятна. Суть не понята была разработчиками, и они... Ну, да, да. Такое. Так что мне, ну, я если вижу уже какую-то западную студию, я если вижу уже, что не японцы делают, ну нахуй. Вот PT, Silent Hill, Siren, это вот самое страшное, что было в моей жизни. Остальное... Не, Siren это пиздец. Siren это пиздец. Пиздец, да. Там такая фишка была, что ты смотришь вот через эти глаза, бяки, которые за тобой преследуют, это пиздец, гениально. Да что, японцы реально гении в плане хорроров. Ну да, но они рвут шаблоны, они что-то реально уникальное, новое придумывают. Это... Я не знаю, как у них это получается, но они гении. Ну просто ебанутые, ребята. Ну закидываются, наверное, чем-нибудь эликситом там условным. И начинают хуярить идеями по КД. Кстати, секунду, Павел, я в туалет отойду буквально на секунду. Да, конечно, конечно. Ну, Аристарх оставил нас с вами наедине, господа. Поэтому... О!
Я только сейчас заметил, что у него на фоне веб-камеры офисы с первого Deus Ex'а. Да. Ну что я могу сказать? Чел шарит. Чел шарит. А, кстати, чат. Он прошел все-таки Deus Ex первый или нет? Или он не приходил на стрима? К сожалению, в этот раз пиво не взял, ибо в прошлый раз, когда я пил пиво, я проебал свою медицинскую карту и блевал. Ну да. Да мы уже с чатом обсудили все. Что обсудили? Надеюсь, Эликс 2. Да. Надеюсь, Эликс 2. Ну что, ну что ты думаешь? Блин, Паша, что ты думаешь по поводу игр Piranha Bytes? Ну, я думаю, что Готика 8 выглядит так же, как Готика 2. Ну, охуенно. Ну, там... если без шуток, я ни в одну игру Piranha Bytes не играл. Ну, блин, ну ты многое потерял. Ты потерял историю становления главного героя в короля Робара III. Боже, жалко, здесь нету человека, который забатился бы на это. У меня сейчас скачана первая Готика. Я ее начинал, но пока что подзабил. Вот, блин, Паша, а что ты предпочел бы, новые игры или старые игры, а? Ты вроде это углубленный в инди-сегмент, скажем так, рынка. Я вот смотрел у тебя, блядь, список желаемого, и там, не знаю, там столько тайтлов, которые я никогда в жизни не видел. Поэтому наверняка что-то интересное. Вот что по этой стороне рынка? Я считаю, что... У игр нет срока годности. Даже если ты запускаешь какую-то супер древнюю игру, но тебе кайфово в нее играть, или там тебе кайфово следить за ее сюжетом, неважно уже, что игра старая, она уже тебя захватила, ты пройдешь ее до конца. Ну это как, наверное, у тебя было с первым Deus Ex'ом. С первым МГС у меня такое было. Вот первый МГС. С первым МГС. Потрясно играть. Ну, кстати, в первый Deus Ex я вот сейчас играю, там вот реально, я вот играю и смотрю, типа, а ведь Immersive Sim, ну, примерно так же играются абсолютно. То есть там, конечно же, все выглядит красивее, более, ну, более углы сглажены, но в целом такая же муть. И это охуенно. Ну... Я сейчас пытаюсь вспомнить, по-моему, была одна игра, которую я пытался играть, но я не смог, потому что она показалась мне невыносимо устаревшей. Вот прям настолько невыносимо устаревшей, что там я просто себя пересилить не смог. Готика 1. Была, нет, это была не Готика первая. Это была... The Elder Scrolls 2. Ой, бля, старый Elder Scrolls. Да я даже пытался играть. И Моровинд. Блин, вот Моровинд, ладно. Да простят меня. Да простят меня все фанаты Моровинда. Я честно, я 6 раз пытался влиться, я не смог. Ну там модиками можно накачать, как и любую игру Bethesda, и нормально пойдет. Вообще заебенно. Но при этом я не отрицаю ее значимости и прочего. Так что да. Ну, это уважаемо. Просто не мое. Блин, ну первый Red Bull Scrolls, боже, я помню, как я в арену пытался поиграть, я чуть с ума не сошел. Кошмар какой-то. Нужно было в Daggerfall играть без гайдов. Там же, кстати, вышел это ремейк Daggerfall на Unity. Да, да. Который тоже можно замодить. Надо бы попробовать. Хера знает. Morrowind игра для хардкорщиков. Да не сказал бы. Слушай. Да не, да в Моровинде можно себе билд сделать, вообще пипец сломанный, как и в любом ТС, на самом деле, современном, по крайней мере, кроме ТСО. Можно такую машину себе сделать, пиздец. Что Павел нам скажет о серии игр Fallout? Ой, я люблю первые два Fallout'а. Но больше первый, чем второй. О, это, кстати, тоже уважаемая позиция. Потом я люблю Brotherhood of Steel, потому что я просто люблю тактические игры. Пошаговые. Ты чё? Мне... Может, Tactics? Ну, Fallout Tactics. Она, по-моему, там Brotherhood of Steel, у неё же приписка.
Блять, Brotherhood of Steel — это хуйня на Xbox 360, там вот это, да? Там 3D уже перешло. А, там с этими, с чили, да. Боже, Паша, ты, сука, у меня чуть инфаркт не схватил, я тебе... Извините, у меня 9, у меня почти 10 вечера, и я всю неделю писал диплом, я думаю, мне простительно. Так вот. Да, вот, люди пишут Fallout, Tactics, Brotherhood of Steel, что ты меня наебываешь? Так не, есть отдельно, смотри, есть Fallout. Есть Brotherhood of Steel Fallout, без, типа... Fallout Brotherhood of Steel is an action role-playing game developed and published by Interplay Entertainment на консоли... А, Xbox и PlayStation 2. То есть Fallout Brotherhood of Steel — это дерьмо поганое, а Fallout Tactics — это еще нормально. Fallout Tactics, ну, кстати, короче... был Fallout 4 того времени, на самом деле. Ну, по тем отзывам, которые я читал. Да, да. Мне, в принципе, норм третий Fallout, несмотря на его зеленый фильтр. Мне очень нравится Fallout New Vegas. Угу. И я ни разу в жизни не запускал Fallout 4. Да как? Вот так. Мне он не интересен. Эх, Павел. Я вижу Skyrim с пушками. Ну, Fallout 3 видели Oblivion с пушками. Да? Но я играл в Fallout 3, когда был мелким, поэтому мне тогда было плевать. Пипец. 76. 76 я тоже ни разу не запускал, потому что я не играю в мультиплеерные игры. Я чисто синглплеерный чел. Я тоже. Блин, я вот вчера купил V-Rising. И только после покупки я осознал, что это ММО, там какие-то сервера есть, а не чисто сингл, и что-то рефанул деньги как-то. Играется вроде прикольно, но, блин, мне... не знаю. У меня есть привычка дропать игры на долгое время и потом в них возвращаться. Да, бывает такое. Ну, короче, я не фанат Fallout, но мне очень нравятся первые две и New Vegas, вот так скажу. А, вот, дай-ка угадаю, тебе первая нравится больше по атмосфере? Она такая более мрачная? Да, она там гораздо более серьезная, такая, да, апокалиптичная прям. То есть Fallout 2 уже шуток нахерачили, там сэр Лансевроты появились, всякая ржака. Да. Это неплохо, но да. Это просто не мое уже. Ну да, короче, Fallout 1 это, короче, ретро-футуризм постапок. А дальше Fallout начал обретать свою идентичность, что ли, которая прослеживается в двушке и в Нью-Вегасе. Да, да. Там же и пришельцы нормально, и... Ну, Bethesda пытается вплести, кстати, мифы Ктулху в Fallout. Вроде бы даже успешно это делает. Ну, да пусть пробуют, что хотят, господи. Bethesda... О, слушай, я хочу очень поговорить про Wolfenstein 2 The New Colossus. Так, сейчас, позиция тебе нравится или не нравится? Я ненавижу, блять, эту игру. Давай, еби. Короче, вот была Wolfenstein New Order, да? Офигенное переосмысление, ретро-футуристичное... первого Wolfenstein'а, которая не кринжует с того, что она вся такая, знаешь, эджи, но при этом у нее есть стиль, и она знает, когда что, когда можно вернуть, а где лучше сохранить серьезное ебало, да? Mm-hmm. И есть Wolfenstein 2 The New Colossus, где в определенный момент Аня, беременная, садится в позу наездницы на Бласковица, с нихера просто снимает с себя всю одежду выше пояса, берет в руки два автомата и расстреливает двух здоровенных роботов, просто как в супер дешевых кринжовых фильмах. И... я когда это играл, я просто не мог поверить, вот когда Machine Games потеряли свое чувство стиля. Когда они потеряли вот чувство вкуса, вот это вот. Когда они потеряли вот важное ощущение
важное ощущение, когда вот нужно остановиться. Они в итоге не сделали слишком плохо, настолько плохо, чтобы было хорошо, и они не сделали настолько хорошо, чтобы... Ну, короче, ты понял мою мысль. Ну да, я понял. Ну, я по Вольфенштейну второму смотрел только игрофильм, и мне что-то достаточно было. Я потом смотрел Кунгурова, он говорил, что типа левел-дизайн дерьмо, вот на примере одном, или это не Кунгуров был. Я что-то вижу, типа, думаю, бля, ну реально дерьмо как-то, ну ладно, поиграю в будущее. Да, и геймплей, они вообще полностью проебали геймплей. А, первый Wolfenstein я проходил на плойке, четвертый, на самом сложном уровне сложности, и даже несмотря на это, я не отсиживался в укрытиях, я постоянно менял пушки, я бегал по локации, отстреливал нацистов, было весело, геймплей не прекращался ни на секунду. А во второй, а в New Colossus на высокой сложности меня заставляют как крысу сидеть в уголке, стараться не вылазить и просто вот реально сидя в одном углу отстреливать всех противников. Ну, увы, колда. Да, это просто... Как они тоже смогли это проебать, я не понимаю. Ну, там с хитсканами проблема, кто-то говорил в чатике моем. Ну... Вот насчет геймплея, вот да, мне сказать нечего, а сюжет... Я не знаю, я когда игрофильм чекнул, просто, ну, там первая половина такая драматичная, серьезная, а со второй уже, да, начинается, так сказать, зумеречная зона, да. Кринжовский пиздос. Зумеречная зона. Кстати, подкаст изначально должен был так и называться, но потом случились перестановки. Ну, хз, там же Youngblood потом вышел, который, ну, там что-то вообще вдались какой-то пош тоже. Я там даже не стал сюжет чекать, там что-то вообще. Вот я после New Colossus зарекся вообще прикасаться к новым Вольфенштейнам. Жесть. Но при этом, кстати, вот даже в конфе моей, вот Роман Белянин, фанат Вольфенштейна второго, можешь ему написать, с ним обсудить этот вопрос. Он фанат шутеров, кстати, в целом, я думаю, собеседник будет интересный. Знаешь, мне не хочется кого-то переубеждать, если человеку нравится, я за него рад, потому что... Да нет, главное, тут не чтобы... то, что переубеждать, тут не то, что переубеждать, просто как-то, не знаю. Но мне всегда интересно. Да сраться тоже как-то не, да нет смысла. Да и не сраться. Оно просто обсуждать, ну... Возможно. Если просто вот реально посидеть, обсудить спокойно, типа, да, это можно, это интересно. Это офигенно. Паша, ты играл в Frontiers Elite 2? Нет. Охереть. Что это? А в Blood? В Blood я играл. О, ну ладно. Ладно, выписаны за фалас. Хотя бы что-то было сыграно. Ну что, давай, давай уже свои неудобные вопросы. Неудобные вопросы. Так, Паш, я ж вообще вопросы не заготавливаю для таких подкастов. Это просто конфа. Мы типа два человека, которые друг друга знаем, пиздим о чем-то вообще рандомном. Это такое. Я думаю, пора что? Я думаю, пора заметить слона в комнате. Mass Effect 3. Ну да, ты прав. Андромеду можно еще не замечать. И ты про Антона Логинова, который сидит здесь. Не, ну Mass Effect 3. Mass Effect 3, Я обожаю Mass Effect 3. Я ненавижу Mass Effect 3. Мне я прям всем душой и всем сердцем люблю эту игру. Я люблю ее концовку, она мне нравится. Даже так. Но мое мнение абсолютно невалидно, потому что все, что касается Mass Effect, я конченый фанбой. Потому что тебе нравится Андромеда. Ладно. Да. Я просто конченый фанбой Mass Effect, и мое мнение не стоит воспринимать вообще как-либо серьезно по Mass Effect. Потому что вот ты можешь мне рассказать, не знаю, ты можешь сейчас мне просто рассказать, почему тебе не нравится Mass Effect 3, почему там плохая концовка, и на все это я тебе отвечу то, что ты прав. Ого, даже так?
Я, да, я тебе отвечу, что ты прав. Да, ты прав. Но игра крутая, она мне нравится. Ну, это хорошо, что есть такие серии, которые, типа, ну, которые ты любишь всем сердцем. Я Mass Effect каждый год перепрохожу. Да. Я вот, блин, я, сука, я вот не успел купить Legendary Collection в Steam себе, потому что мне не вывели деньги с Kiwi. Там скидка была. Вот я хотел взять и тоже перепройти уже на ПК. У нас же аккаунты расшарены. Да, у меня и Game Pass есть. Мне просто хотелось иметь такую коллекцию у себя. Я же продал в свое время гитару, чтобы купить на плойку Legendary Collection Mass Effect, да? Ну да. Ну да. Ну, что я могу сказать? Молодец. Это был правильный выбор. Ну да, ну за романтику Миранду, кстати, по итогу. Миранду? Да. Не осуждаю. А в первой части, надеюсь, ты Кайдена романтил? Да пошел он нахуй. Сука, такой уёбок просто, пиздец. Подтверждаю, поддерживаю. Блин, у меня такое мощное решение было между Эшли и Кайденом. Я там такие мыслительные процессы приложил. А в итоге, блять, во второй и в третьей части этот ублюдок просто, ну вообще, мне как захотелось его пристрелить просто вот прямо здесь на месте. Вот, ну я помню, мы с тобой обсуждали, что когда он в третьей части на Нормандию обратно попросился, ты ему сказал, ты еще что-то иди нахуй. Да, да, вот как раз таки вот хотел сказать об этом. Там он говорит, блин, меня, короче, какой-то кто там, командир какой-то пригласил, я вот не помню имя. Вот, вот, короче, пригласил свою команду, и я такой, да-да, все, иди нахуй к нему. Там был вариант пригласить его к себе. Нет, пошел в пизду. Такого компаньона мне не надо, увы. Просто, ну, он вообще не ценит все, что я сделал. Он нытик просто обоссанный. И, блин, вот это вообще, это сколько там, два единственных гей-романса за игру? Это Кайден и Кортес, блядь. Кто это придумал? Пиздец, ублюдки. BioWare. Ну, BioWare. Ну, они хотя бы исправились там, не знаю, когда. А когда они исправились? Ну, в Андромеде исправились. Короче. Да. Андромеда. Андромеда мне понравилась. Я... И понравилась, я думаю, она мне в первую очередь, потому что там, ну, кто бы что ни говорил, персонажи там реально круто прописаны. Ну, они, у них есть сильные монологи, у них есть крутые истории, персонажи крутые. И я думаю, что я так проперся с Андромедой как раз-таки потому, что я запускал ее с настроением того, что я сейчас буду играть в дичайший кал. О, это, кстати, хорошее настроение, оно иногда спасает. Вот когда ты заниженными ожиданиями что-то запускаешь, да. А по итогу, блин... А чё-то, ну, какой-то кайф получаешь, понимаешь, что не так плохо. Да, да, то есть, скорее всего, из-за этого я и кайфанул. То есть, я изначально ждал от нее, что она меня говном забросает, а... А в итоге-то говно вкусное оказалось. Ну да. Блин, вот у меня противоположная проблема бывает. Вот я Ghost of Tsushima предзаказывал и включил ее с ожиданиями, что вот сейчас выкатится шедевр, вот... Какая-то великая игра, блин, по итогу, конечно. Я не знаю, вот как с этим бороться? Вот как ожидания как-то от игр преуменьшать, что ли? Или, не знаю, короче, не знаю. Что с ожиданиями? Осознанное занижение ожиданий или отсутствие ожиданий, это, в принципе, всегда круто играет. Что с фильмами, что с играми, что с книгами. Потому что как только понимаю, что я жду какую-то игру... Вот прям я посмотрел один трейлер, я понимаю, что вот я жду, я хочу в это поиграть. Больше я вообще не обращаю, не смотрю ни один трейлер, никакой новости не читаю об игре, чтобы когда она вышла, быть максимально непредвзятым к ней. Вот это хорошо. Грубо говоря, она мне ничего не успела наобещать, и я от нее ничего особо не жду.
Блин, я вот как раз таки, я не знаю, у меня само собой уже ожиданий никаких особо от игр нет, ибо я вот обжегся очень сильно. Вот смотри, я предзаказывал на плойке три игры. Это Ghost of Tsushima, Cyberpunk 2077 и Fallout 76. То есть, ну тут... Тут вообще все мимо, блядь. Это какой-то хитрик финала, кожаный мяч. Да, просто... Поэтому я уже, у меня уже само собой пункт ожидания отключается. Но в свое время, я помню, были какие-то... Вот Doom Eternal я мега ждал. И вот знаешь, когда ты запускаешь игру, которую мега ждешь, и она оправдывает твои ожидания, это, да, такой, да, это да. Такой явку получается. Просто это ты... офигенно. Это да, ну... У меня такое с Киберпанком было 2077. А, да? Ты ожидал говно, получил говно? Не, я ожидал крутую игру и получил крутую игру. О, ну это уважаемо, Павел. Ну вы вот это, ну вы вписаны в кибертеррористы. Мы с... Когда мы с вами встретимся, я, короче, подрублю на динамике Rebel Pass, и мы пойдем крушить бары какого-то... Где вы там живете? Иркутск. Иркутск, вот бары Иркутск пойдем крушить. И Last of Us 2 тоже я дико расхайпил, ждал и очень дико кайфанул. Что ж. Но это вообще никак не связано с ложей игражуров тайны. То есть, ну, в чатик никак не повлиял тайны, нет? Я еще не работал игражуром, когда ее проходил. А, то есть тебя уже взяли после того, как ты похвалил Flow 2. Ну понятно, все, понятно. Вот так и попадает в игражу, ребята. Блин, я вот хочется еще набросить чего-нибудь прям. Говна на вентилятор. Ну давай, похвали. Да, да, вот прям... Скажи что-нибудь такое, знаешь, что вызовет вопросы. Я, слушай. Это как-то сложно на самом деле. Потому что как только ты хочешь что-то подкинуть, сразу из башки все вылетает. Ну ладно, я дам тебе подсказку. Я дам тебе подсказку, mm-hmm. Паша. Mm-hmm. Сейчас, как у Дудя будем. Вадим Алистратов. Красавчик. Да. Принято. И я могу объяснить даже почему. Можешь объяснить почему? Потому что управлять настолько токсичной помойкой в плане аудитории, как ДТФ, это нужно быть красавчиком. Ну, ответ принимается. Подожди, ты не согласен? Я согласен, что ДТФ — это токсичная помойка, это просто пиздец полный, но, не знаю, моментами Вадим ведет себя супер странно и сам порождает бурю говн, который к нему прилетает, и, ну, конечно... Знаешь, каждый раз, когда у меня выходил текст какой-нибудь на ДТФ, да, я в первую очередь понимал, что всем похуй на текст, все, большинство прочитает заголовок и сразу пойдет срать в комменты. Бля... И так было всегда. Сука, это как запостили, короче, текст про трансгуманизм из 2Б. И там, короче, вот коммуняк прилетел в комменты и начал пиарить свой текст про трансгуманизм. При этом я захожу на его статью, и там пишут, бля, что за высерная коммунистическая гидка. И там какой-то стрейдинг начался. А просто прикол... Он обещал, типа, вот, Матвей написал поверхностную статью, типа, ббб, я сейчас сам свою напишу, я его все хереть. И он пишет статью, в которой о Deus Ex есть только в начале два предложения, и все. И как бы вопрос, а в чем прикол-то? Ты где обсудил трансгуманизм в контексте Deus Ex и его истории, его мира? Чел. Ну... Он потому что начал задвигать охуительные истории про человек-корабль, человек-самолет, типа... Чё за... Короче, пиздец какой-то. Да пиздец. Ну, коммунисты. Ну, да, комменты ДТФ — это, конечно, ржак. Я не знаю, я, короче, думал, что на Хайпвейве и вот мемблоге самые... тупейшие, просто ужаснейшие комменты, а потом открыл ДТФ и понял, что, ну, на самом деле все не так плохо.
То есть, да. Не, хотя на ДТФ бывают хорошие комментарии. Там и шутки классные есть, и люди порой адекватно высказываются. Но в основном это просто говно, которое... Ну, я... Когда попадается человек, который высказывает что-то адекватное, я вот прям... я бегу показывать это Кате, моему партнеру. Сейчас, сек. Боже, я уж подумал, тебе иллюстратов зададусь. Ну вот, короче, я бегу показывать, типа, во, бля, прикинь, нормальный чел хороший коммент оставил. Это каждый раз как праздник, реально. Знаешь, что самое смешное? Да, что? В комментариях на YouTube под роликами IGN гораздо более нормальная аудитория, чем на ДТФ. Сука. Хотя казалось бы, ох, где, уж где-где, но там реально большая часть нормальные люди сидят. А я не понимаю, почему на ДТФ комментах какая-то редакция жестко не активизируется или что-то такое? Ну с этим же надо что-то делать, ну сколько это может продолжаться? А я сам не понимаю. Это просто есть? Это уже не первый, там же постоянно... срутся, спрашивают, типа, когда уже нормальная модерация и прочее. Ну, блин, когда-нибудь. Я не знаю ответа на этот вопрос. Следующим главредом, возможно, через, не знаю, вторую итерацию ДТФ. Стоп, а была же история какая-то, что ДТФ уже умирал, потом воскрес, и воскрес нынешний ДТФ, который вот то, чем является. Да, да, но это очень давно было. А ГРУ так и не воскрес. Ну... А ГРУ слишком заняты разграблением каравана до сих пор. Блять, я сейчас открыл АГРУ, походу он воскрес. Да ну нахуй, подожди, чё? Погоди, нет, тут что-то, бля. 10 июня 2022 года, ван. Чего, блять? Что? Что? Так, стой. Бля, зайди на АГРУ. Ебать. Чего, блять? Это теперь агрегатор оценок какой-то? Я не понимаю, что это, но АГРУ, походу... Чего? Ебать, реально рецензии? А, нет, слушай, это вот как Кинопоиск, только для игр теперь. Ага. Нет, стоп, тут прикол. Редакторы какие-то. Погоди, чё это? А, ну да, ну типа, ну походу да. Боже. Ну я думаю, даже так у АГРУ успехов никаких не будет. К сожалению. Знаешь, есть вещи, которые обречены, вот, ну, просто быть на помойке истории, АГРУ это одна из этих вещей. Да, согласен. Увы. О, там про рейдики спрашивают. О, давай, выскажись. Мне очень нравятся все ремейки. Mm-hmm. Прям я кайфанул от них. Седьмой резик мне нравится, восьмой резик мне нравится. Пятый терпеть не могу, говнина ебаная, просто невозможно играть в эту херь. Шестой, ну, почти то же самое, что пятый. Но восьмой резик — это шедевр, блядь. Это... Я когда его проходил, я его предзаказывал. А ты про четвертый ничего не сказал, Паша. Да, хорошая игра. Так вот, и восьмой. Так вот, восьмой резик. Реально, я когда его проходил, там просто... Сейчас спойлеры, короче. Там в восьмом резике есть момент, когда ты дерешься с боссом Гайзенбергом. Угу. Он превращается в какую-то хтонь големскую. И ты, короче, дерешься с ним на танкетке, на которой бензопила, мортира и пулемет. И ты катаешься вокруг него, как в каком-то сраном аниме, под какой-то ебейший музон, там буря, в тебя кидают камни. И когда ты его клоцаешь, он в определенный момент орет в... Орёт такое то, что ебучий Крис Редфилд, я доберусь до этого уёбка, который пинает
избивает кулаками булыжники, короче, отсылает к пятой части, где Крис кулаками буквально валун там весом в 10 тонн загнал. Да. На Вескера. Я просто это услышал, и я такой, ё-моё, это, блин, это шедевр просто. Это восхитительно. Понятно, понял. Ну, я не знаю, я дропнул 8-й резик на замке Димитреску, что-то вообще заснул капитально. Но сейчас прохожу резик 4-й, и прям в один заход половину игры прошел. Там что-то вообще очень клево. Там враги интересные, вот реально жопу поджимают. Там эмбиенты прям мощнейшие. И сюжетик там, вот юмор классный. В принципе, все в игре нравится пока что. Да, нет, 4-й резик реально хорошая игра. Но 8-й лучше, по-твоему, да? Да, да. Да. Ну, все, пусть все, меня следят фанаты, я считаю, что лучше. Так, ну тут еще вопрос, вот Ван Лейф, я не забыл про твой вопрос, я его отложил. Короче, раз уже зашла речь про игры Миядзаки, какая твоя любимая? Bloodborne. Bloodborne, да. Ну, бац. А играл ты вообще, да? Играл во все, кроме ремейка Demon's Souls. А, то есть ты в Demon's Souls оригинально играл? Да, играл. Ну что ж. Я его проходил, когда я только купил третью плойку очень давно. Ну, точнее, как купил. Мне родители тогда на день рождения подарили. И именно в этот... Именно в этот месяц в PS Plus раздавали Demon's Souls. И вот я познакомился с серией Souls именно с Demon's Souls. О, так ты Souls получается. Я вот ее прошел, и мне очень понравилось. Я прям кайфанул, это было очень круто. Так, а Dark Souls И вот после Bloodborne, наверное, на втором месте из игр новой From Software я бы поставил как раз Demon's Souls. О, это база, слушайте, Павел, я примерно так же думаю. Так, а третье место? Третье место я бы отдал Elden Ring. Даже так? Да, да. Несмотря на то, что у игры куча своих проблем, и она под конец становится очень вымученной и затянутой, но мне понравилось новое направление, в котором движется... А, нет, стой, нет, на третьем месте Секера, на четвертом Elden Ring. Ладно, все, так, так получше будет, хорошо. Да, на третьем Секера, на четвертом Elden Ring. Вот, ну база, кстати, да. На пятом месте Dark Souls 1. На шестом месте Dark Souls 3. И на седьмом месте рядом с Парашей Dark Souls 2. Так, ну что скажешь про Dark Souls 2? Мне просто надо Танимуру на обложку повесить, я не могу это сделать, если мы не будем говорить про то, к чему причастен Танимура. Ну, Dark Souls 2... Ты понимаешь, это сложный такой вопрос, потому что, с одной стороны, игра хорошая, то есть она компетентно сделана, она хорошо работает, но... Каждая минута в этой игре чувствуется настолько неправильной. Начиная от того, что ты из одного замка на лифте в башне, на лифте одного замка, поднимаешься в другой замок с каким-то лавовым бассейном. Там соткано, да, соткан мир ужасно. Да, и заканчивая тем, что налево и направо повсюду расставлены ганг-отряды из самых противных мобов, которых Танимура, я уверен, блядь, специально расставлял, потому что он думал, что так будет сложнее, а значит лучше. И боссы... Столько боссов, но почти все боссы абсолютно неинтересны. Ну блин, а как при таких обстоятельствах игра хорошо работает? Там же эти лайфгемы появились чисто из-за этих ганг-отрядов, потому что насрали противника. Я говорю, что я имею в виду насчет того, что она хорошо работает, то, что когда я ее проходил, у меня не было ни единого бага, ни единого вылета. А, с технической составляющей ты имеешь в виду? Да, окей. Да. То есть с технической стороны игра хорошо работает. Ну, ладно, ответ принимается. Короче, Танимура... Привет на обложку, вы очень такой красивый молодой японец. Я всегда рад. Танимура бездарь. Сука, ну да, ну что-то бездарь. Вот в Elden Ring насрал, Dark Souls 2 насрал. Да, везде насрал, блядь. А с чего позволение? С позволения Миядзаки, блин.
И в третьей части этот долбоёб продавил боссов двух-трёхфазных, блядь. Когда всё, не будем больше от Анимури. Всё, достаточно от Анимури, хорошо. Как бы квота закрыта. Да. Ой. Я теперь думаю, как его приплести в следующий раз. Это надо делать как-то лаконично. Более лаконично. Так, ну да. Павел, какое твое отношение к DMC, Devil May Cry? Очень крутая серия. О. Очень крутые слэшеры. Я вообще небольшой любитель слэшеров, потому что я не умею в них нормально играть. Вот просто они мне не даются, я не умею запоминать комбухи. Блин, ну Павел, ты играл во вторую Байонету? Нет, во вторую не играл. Вот советую поиграть в вторую Байонету. Мне кажется, тебе зайдет она как раз-таки для таких людей. Ну, DMC лично меня брали вот стилем своим. Ну, о втором DMC я говорить не буду. Ну, нормально. Ну, это так уже для фанатов шутера сделано. То есть я не фанат, я просто считаю их, крутыми играми. В том числе перезапуск от Ninja Theory. Вот перезапуск мне очень нравится. Да. Надо бы от Ninja Theory пройти Heavenly Sword на стриме. На эмуляторе PS3 вроде бы должно работать. Хотя хер знает. Я, насколько помню, она вроде была не особо проходимой без третьего DualShock'а, потому что у нее куча геймплейных моментов завязаны именно на Six-Axis'е. Так есть же гирик в DualShock 4, он имеется. Вот та ли эта технология, я не помню точно. Ну ладно. Блин, но в целом гирик в DualShock 4 это такая тема классная, то есть я в игры свеча вообще спокойно могу играть. И в игры с Wii U, да вообще во что угодно. Спасибо Sony. Это вообще не используется в их эксклюзивах, но зато на эмуляторах на раз-два. Зато это используется в эксклюзивах Nintendo на эмуляторе. Да. Интересно, как работает эмулятор свеча на этом Steam Deck'е. Запустили ли уже люди условный Mario Odyssey? Да запустят, но я сомневаюсь, что он будет хорошо работать. Там все-таки мощности нужны такие, прям, нормальные. Ну, слушай, для эмулятора свеча не такие прям и нормальные нужны. То есть я помню, я на своей старой печке что-то умудрился заэмулировать, часто вообще летает огненно. Павел, вы фанат франшизы Марио или Зельды? О. Я обожаю Zelda Breath of the Wild. Это одна из тоже из моих любимейших игр. 90 с лишним часов первого прохождения реально как сказка ощущались. Хочется наверстать. Я в другие Зельды особо не играл. Я пробовал, но теперь мне хочется наверстать другие Зельды, и, возможно, я буду фанатом этой серии. О, да, я сам просто Breath of the Wild захотел летом устроить марафон всей серии Зельды. Ну, избранные части Зельды. Потому что Breath of the Wild это реально это просто величайшая игра. Я нигде таких open world'ов не видел. И самое страшное, что есть ощущение, что я уже больше не увижу. Это вот один из немногих open world'ов, который я сознательно на 100% задрочил. Ну вот да. Потому что мне хотелось вот еще чуть-чуть, еще вот хоть немного там что-нибудь поделать. Аля, давай. А Марио? Давай. Я прошел Odyssey. Мне очень понравилось Odyssey, особенно в кооперативе. Ну вот, типа то, что вот с двумя делаешь, с двумя этими джойконами. Это было очень крутое приключение. А другие Марио я не играл. И не буду. Блин, не потому, что, Odyssey... что не люблю или хочу, а потому что не хочу. Вот Марио Odyssey я прошел в соло на эмуляторе, не знаю, какие-то странные эмоции были. Вот вроде прошел что-то прикольное, а вроде как, ну я не знаю... Типа, вот ничего хорошего прямо в игре не смог для себя отметить, но и ничего плохого, просто так, такое вот, ну, нормально. Окей, хорошо. Ну, да. Хотя там есть разъёб, короче, от фаната Марио, вроде Джозеф Андерсон прям попустил Одиссею.
в моментах многих. Два часа и обзор называется It's No Masterpiece. Ну, я так фоном послушал. Ну, великий Джозеф Андерсон, который может доебаться до того, что какая-то текстура в игре неправильно раскрашена, и о том, как у него сильно из-за этого поруинился гейм-экспириенс, то да. Он еще иногда в обзорах чисто так непроизвольно использовал фан как объективный параметр. Вот это пиздец раздражает порой. Когда ты смотришь эссеиста, а он говорит «It's not fun because, it's fun because». Блядь, ну это не так работает, увы, извините. Типа, чел, для тебя это фан, но, возможно, для кого-то это не фан именно потому, что по той же причине, по которой для тебя это фан. Ну да. Ну, еще ты так водичку пьешь хорошо, надо тоже что-нибудь купить. А, ну похер, потом глотну. А что у тебя есть глотнуть? Да что-то ничего, особенно поэтому я говорю, что похер. Да. Вот, блин, я помню время, когда я вот относительно недавно Дракенгард 3 проходил. Ну как проходил, чисто на одну концовку и закрыл нахуй. Просто ты... Ну ты не ознакомливался, не? А, с чем еще раз? Дракенгардом 3. Я смотрел видос от Custom Stories. А-а-а, ну у него там не полный видос. Хотя... Я знаю. А полный никогда не выйдет. Ну, блин, это... Ну, это не игра, это шутка, короче. Не знаю, как гейминг экспириенс, возможно, посоветовал бы как-нибудь. Только на эмуляторе, на PS3 оно не играбельно вообще. Я не хочу Дракенгарда трогать. Я не хочу трогать Дракенгарды. Я не хочу трогать Нир. Ну, это правильно. Ну, аниме... Я помню, короче... Я помню, короче, Никита... Прям, он же дикий фанат Нир Автоматы. И я пытался влиться, но мне такой душной эта игра показалась просто. Я сюжет... Вот я первый раз, мне тоже душно показалось, пиздец. Я в нее смог нормально играть, более-менее, только когда я поиграл другие игры Platinum Games. А сюжет я вообще вот не понял. Platinum Games? Platinum Games. Ну типа, ну, Автомату делали Platinum Games, там геймплей, они отвечали за геймплей. А, они за геймплей отвечали. Да, я не знал, просто окей, да. Ну, теперь знаешь. Ну, в целом, да. Чё-то вообще не понял прикола игры. Я чё сказать хотел. А, МГС-4 спрашивает, какое у тебя отношение к МГС-4? Пиздатое завершение. А вот я пиздатое завершение... Чё как раз? Вот как раз я у тебя спрашивал, когда прошел по МГС-4. Вот я спросил изначально, как тебе МГС-4, а потом спросил, как тебе МГС-2. Как тебе МГС-2? Блять, терпеть не могу эту душнину. Вот так это и работает. К сожалению, если моя бы... Моя любимая. Если бы у меня сидел сейчас фанат МГС-2, он бы сказал абсолютно противоположное вот мнение насчёт МГС-4. Да, мы это тоже же с тобой обсуждали, что это именно так работает. Я не понимаю немного, почему именно, но так это и работает. Но лучше МГС 3. Вот! Согласен. Просто согласен. Я не знаю, я... Там прям столько прикольных, реально прикольных геймплейных механик. С ними интересно разбираться. Игра до сих пор отлично выглядит. Вот да, выглядит отлично. И сюжет, боже. Персонаж-босс это, ну... Один из величайших игровых персонажей для меня все еще на данный момент. Вот Артур Морган и босс, вот кого я выделить прямо могу, который вообще потрясающая история. Сюжет великолепный. Но МГС-4... Ладно. Чё? Тебе не нравится в МГС-4 сражаться в Рексе против Рея? Это же охуенно. Да нет, там были отдельные прикольные моменты, но там же игра, она, если не на 50%, то хотя бы на 40 состоит из сюжета, там реально очень, там по 40 минут катсцены есть, неиронично. Да, там финальная катсцена, как фильм длится, блядь. Да, и там типа, и там вот то, что я видел, оно...
как по мне, это ну, какой-то, ну, кринжовский пиздос, короче, вот это слово, которое... Ну, Кодзима не умеет писать нормально сценарии. В плане, у него есть крутые идеи, но он не может их написать, потому что... Ну, это же мем уже, как у диалоги написаны у Кодзимы. Там Снейк, каждый раз, когда ему что-то говорят, он, блядь, переспрашивает. А, нет, ну слушай, я читал, что на японском это нормально звучит, это так, если на английский переводить какой-то кал получается. Ну да, вот, кстати, квинтэссенция этого была в Death Stranding. Там в Death Stranding я что-то порой вообще ржакал. Я посыпался на Princess Beach, когда она сказала, Амелия. Что-то мощно было. Да. Ну, Death Stranding хорошая игра. Мне понравился геймплей. Ну да. Очень. И мне очень понравилась сюжетная ветка с этим, с Матсом Миккельсоном. Ну да, вот клип очень классный. Мне не понравилась сюжетная ветка вот с фактором вымирания. Она мне не понравилась. Но вот сюжетка Клиффорда, она прям все окупает. Да, я такого же мнения. Мне вот концовка Death Stranding разве что вообще не понравилась. То есть, буквально главный герой игры говорит в лицо, что он нихуя не поменялся прям совсем и уходит со своим бэбиком в закат. Да. На экспозицию финальную. Это что-то вообще прям, ну, камон. Да, но, блин, слушай, кстати, о сюжетных ветках. Вот сюжетная ветка, босс, который проносится из МГС 3 до Peace Walker, это просто шедевр тотальный, я не знаю. Это да. Ты вот проходил Peace Walker? Да, я все МГСы проходил. Я что-то пиздец так посыпался, когда осознал, в чем именно прикол был ветки сюжетной, босс. Это так вот прописано мощно что-то было. Я даже не ожидал, что твоя портативка такие эмоции принесет. Это, конечно, сейчас прям вспомнил, пиздец. Это, конечно, было классно. Блин, вот спойлерить чат не хочется, может, кто-то проходил. Потому что ветка... Вот я вам говорю, ребята, ознакомьтесь с МГС 3. Не-не. Это нужно самому. Да, это нужно самому. Это нужно самому. Сначала МГС 3, потом Peace Walker и... Это, кстати, можно в отрыве от всей серии пройти так-то. Да, это самостоятельная вообще штука. Да, вполне. Павел играл в Ninja Gaiden? Не, я очень мало слэшера играл. Ninja Gaiden я не трогал вообще. Ну, кстати, я тоже немного играл в слэшер. Я помню, в детстве я только проходил DMC4, вот с братом проходили на Xbox 360. Ой, еще что-то было. По-моему, я в какие-то Ninja Gaiden, кстати, играл. Но это уже вообще память меня подводит. Вот ребут DMC точно проходил. Я-то недавно вот схавал DMC 1, потом DMC 2, и потом залпом DMC 3, 4, 5. И такое дело. А Павел фанат... А у нас вот в группе To Be or Not To Be есть подкаст по персоне. Там, в принципе, все сказано. Рекомендую, но хотя я не знаю, рекомендовал бы я, но по Павел Погоди, играл у меня... персону. Что? Что у тебя? У тебя персона пробуждается, Паша? Дух сопротивления, дух повстания? Так, я не вернулся. Ты вернулся, теперь Паша. Теперь вернулся, да? Да, ты вернулся, Паша. На интернет упал. Ты можешь повторить, про какой подкаст ты говорил? В тупе подкаст про персона. Вот в чате был как раз таки вопрос, фанат ли ты персон. Ты, ну, в какие персоны ты играл? Пятую полностью. Пятую. Третью. Немного четвертую. Спокойно у меня отношение к персонам. Не фанат, но и не хейтер. Ну да, ну а я хейтер пятой персоны. Привет, ну, это у я. У тебя вкуса просто нет. Вот это ты мощь-то, Павел. А ты знал, что пятая персона это аниме? Ты вот, если ты фанат, то у тебя тем более вкуса нет, понимаешь?
Урыл. Поймали на аниме. Ну не всем же быть базированным гигачадом шлепами. Ну да. Это правда. Это действительно правда. Что, Павел, спать хотите? Да не, нет еще. Но в любом случае, я думаю, давай вот еще минут 15 посидим и будем расходиться. Да, можно, в принципе. Тоже. Вот есть ультимативный список тем для обсуждения, который называют... О, финалки же показали недавно новые. Вот какое твое отношение к финалкам? Вообще поебать. А, вообще поебать. Ну, понятно. Вообще поебать. Что ж, хорошо. Ну, в семерку ремейк ты играл. Первые, там, часа 4. А потом что-то забил. Понятно. О, интересный вопрос. Самые худшие пройденные игры. Топ-5. На первом месте однозначно Wolfenstein 2 The New Colossus. О-о-о. Это вот прям однозначно, блять. Бля, Павел, я вот если у тебя это вот чисто для геймерского экспириенса, скачай Far Cry 6. Нет. Ладно. Нет. Потом... Еще какие худшие пройденные игры. Ай. Слушай, так сложно, потому что я обычно игры, которые мне не нравятся, я их не прохожу. Блин, это уважаемо. С Вольфенштейном просто была такая ситуация, что все вокруг ее хвалили. Я до последнего думал, что я дурак, и я что-то не понимаю. Вот теперь ты понимаешь, что чувствуют хейтеры Ведьмака 3. Павел. 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 Паша, да прости меня, Ведьмак 3 хорошая игра, я так, блять. У меня комп завис. А, фух, нормально. Ну, я вернулся. Как у тебя зависает комп-то, слушай? Да не, это просто из-за интернета. А, из-за интернета, понятно. Да, у меня проблема с интернетом в квартире. Так, давай вот я открыл все купленные игры в Стиме, да, в свою библиотеку. Mm-hmm. Хотя, ебать, тут твоего говна понамешано. Ну ладно, давай вот сейчас. Еще 4 игры нужно назвать, да? Да, да, попробуй. Так. Наверное. Borderlands 2. Ооо, это база, слушайте, Павел. Хорош. Это было ужасно просто. О, бля. Вот, кстати, с Borderlands 2 это тоже ситуация, как вот все вокруг хвалят, а ты играешь, тебе так скучно, так душно. Да, да. Мы даже с друзьями пытались ее играть, мы один раз собрались и больше в нее не возвращались. Сука, вот такая, вот идентичная ситуация есть. У меня постоянно друзья звали в Borderlands. Я с другими собирался, это пиздец невозможно было. При этом, кстати, Borderlands 3 прикольная игра. Мне зашла. А вот я трогать не буду. Кооперативы не для меня. Так, дальше. Потом... Так. Ну, Dark Souls 2. О, нормально. Вот, да, хорош. Жоте, Павел Зуев. Пока что база тотальная. Так. Spider-Man Web of Shadows. Не, наверное, Spider-Man 18-го года. 18. Ты про Морализа или что? Не, про соневский с Питером Паркером. Для тебя это... Тебе не понравился Spider-Man, который на PS4 вышел? Нет. Ого. Там геймплей точно такой же, как во всех Spider-Man'ах до этого. Это ужасно душно.
Я а сюжет я забыл сразу же, как только прошел игру. Ну, кстати, у меня была такая хуйня во время прохождения, что я... Ну, у меня чувство того, что, типа, не знаю, у меня ощущение присутствия сюжета, как чего-то важного не было. Просто как-то, ну, не прочувствовал сюжет. Вот да, да. Поэтому я игру прошел и забыл, и все. Хорошо, что я за нее не платил. Я, кстати, тоже не платил. Я наклянчил, короче, в своей группе ВКонтакте. Типа, ребята, кто мне зашарит паучка нового? Зашарили? Этот же человек потом мне Тлоу 2 зашарил за 500 рублей. Ну как, мы скидывались втроем на Тлоу 2. Как бы друг 2500, еще друг 1500, а я просто 500 накинул. Так. Так, вот последняя игра. Последняя игра. Ой, это последнего всегда сложно выбрать. О! 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 Half-Life 2. О-о-о-о-о! Боже, как же воняет базой. Ну да. Блин, у нас уже это... тоже, кстати, подкаст был про Half-Life. Это невозможно душная игра. Просто вот нереально. У оружия нет нормального импакта. Неинтересно стрелять. А... сопартийцы постоянно идут быстрее, постоянно идут медленнее тебя, тебе их всегда нужно ждать. Бля, я так ненавидел Half-Life Episode 1, этот момент, когда надо переправлять, короче, челов, пока да, да. С поезда до поезда. Игра, я не знаю, почти все локации, кроме Рейвенхольма и Цитадели, выглядят одинаково. Уровень, за уровень, за, сука, 40-минутный уровень на лодке, я вообще не знаю. Тут, блядь, как это вообще прошло в финальную игру? Я постоянно, когда начинаю Half-Life 2, я дропаю именно на каналах. Да, это просто пиздец. Но при этом Half-Life... Ой, тьфу ты. При этом Valve выпустили Portal 2, которая, ну, вообще величайшая игра. Слушай, я вчера как раз вспоминал про шедевр безоговорочный. И понимаешь... Half-Life 2 настолько, типа, великая распиаренная игра. Что у Паши дропнулся интернет. Не пнювал задудосил. Блять, постоянно Пашу кто-то дудосит, пиздец. Как же душат базу на этом канале? Ужас. Надеюсь, Павел живет. Да. Да, меня постоянно дудосит. Да, настолько распиаренная игра, что вот ты на это... Ну, короче, сейчас я закончу спич про Half-Life, тогда будем расходиться, а то... Да. Это... Ну, короче, настолько распиаренная игра, что каждый месяц, блядь, чуть ли не каждый день на YouTube выходят полуторачасовые эссе о том, как эта игра велика и шедеврально. Ну, да. И... Ну... Как меня заебали эти видосы, они одинаковые абсолютно. У всех одинаковые... у всех одинаковые мысли, все одинаковые, блядь. И все восхваляют игру за то, чем она плоха. О, я вас понимаю, Павел. Мне вот самое интересное во вселенной... Нет, самое интересное в Half-Life это именно вселенная. Вот, да, это то, что да, вселенная интересует. Охерительная... Ну, бля, какая душная игра. Да. Так что давай на этой ноте. Да. Давай, Паша. Спасибо большое, что приходил на этот подкаст. Слушай. Да, спасибо, что пригласил. Возможно, как-нибудь в будущем еще соберемся. То есть у меня, типа... Да, зови, я только рад буду. Да, да. Надеюсь, в следующий раз будет вебка. Ну или же ты перевоплотишься полностью в Антона Логанова и станешь таким сидящим патриархом. Я надеюсь, я куплю вебку. Что ж, ну хорошо тогда. Так, давай, до скорого. Спасибо большое еще раз. Давай, все, всем пока. До скорой встречи на StopGame.ru. Это анонс твоего следующего места работы? Нет.
Ну это клево. Не надо. Ладно, короче, увидимся, когда увидимся. Пока. Да, давай. Что ж, ребята, с вами сегодня вот был Павел Зуев. Надеюсь, подкаст понравился вам. Потому что мне, да. Правда, он был, короче, ну, покороче на 2 часа. Спасибо за самый короткий структурированный подкаст. Ну, да, Диозерон, ты побыстрее в этот раз соберешь тайм-коды. Хороший, но короткий. Ну, я не знаю, я надеюсь, хотя, блин. Ну, следующий подкаст в теории должен быть с Квеном уже. Ну, Квен так сказал, на понедельник ткнул пальцем. Хуй знает, как будет на самом деле. Я даже не знаю, сколько он длится будет. Ну, надеюсь, минимум 2 часа. Следующий подкаст... Не, на выходных будет с Власом. На выходных будет с Власом. И потом уже в понедельник, Квен, да. Блин, то есть получается, либо завтра, либо послезавтра будет подкаст. И послезавтра еще один подкаст, пиздец. Сколько же подкастов я высру в столь короткое время? И сколько же тайм-кодов придется расставить Диозерону? Ну, так или иначе, ну, я не знаю. Сейчас я как бы вот... Вот сейчас завершение подкаста. Скоро, скорее всего, будет переподруб... не знаю на что, на Резик 4 или на Thunderbolt Fantasy. Надеюсь, на Резик 4. Спасибо, что слушали. Приходите на следующие подкасты. Надеюсь, вам все понравилось. Мне очень нравится то, что я делаю. Все, давайте. Пока-пока. До скорого.